так сказать, саккумулированная такая сила, которая управляет встреча двух эгоизмов, да, то есть люди думают, что человека, читающий его труд, к тому, что любовь, это как еще такие вещи, как вот первое, это отдавание в любви, и вот саккумулированная эта любовь, и ты отдаешь это, не надеясь на то, что вот избыток этого всего, и ты готов этим делиться. Заинтересован тоже, опять-таки, бескорыстно, как он развивается, как помочь ему, помогаешь его развиться. Следующий пункт, понимаешь? Меняется отношение к другому человеку по Фрому, это установка и ориентация характера, которые задаются тем, что он делает, сочетание гармонии какой-то. Это говорит Эйхман на эту тему. Спасибо, Маша. Ну, который, если может, у вас какой-то свой концепт вы выработали? Можно, потому что это нереально. Это миллиарды людей, где там типа всерьез, а потом все это прозвучивается и все. Так что можете не искать промо, чтобы как-то это выразить. Значит, что конкретному человеку он действительно может у кого-то там 10 раз возникнуть, 10 раз пройти. На это мне начали возражать, что, мол, как бы вот для себя вот окончательно пришел к такому понимаю, что есть как бы два, он готов, он в принципе, вот он в этом живет. Он не то, что вот он в любовь состоянии. То есть человек, вот, она у него есть в душе, как некое, как, ну, какая-то там тепло какое-то, там, солнце какое-то, вот у него где-то в душе. Солнышко, которое в нем светит, оно да, оно на всех распространяется. А что касается брака, это какая-то высота, которую он достигает вот, ну, в плане терпения и вот смирения, притирки вот, к другому человеку. Ну вот как-то так, ну опять же вот, ну, вот как идти. Ну да, Маша, я тебя поняла. И ну, мне кажется, просто Фром как бы напирает на то, что все-таки любовь это плод. Это, а ты говоришь как о некой давности, которая вот она как чудо дана, да? Немножко. На ним, в принципе, тоже можно работать и нужно, потому что ну, это не просто чудо, которое дано, это когда человек пытается себя сломать в чем-то там, не осудить вон того, ах, он такой сякой. Нет, я лучше подойду и что-нибудь доброе скажу, чтобы вот во мне вот какое-то солнышко начало вот светить. То есть как бы это в любом случае труд. Если нет этого труда, любовь исчезает, и человек... Людей. Вот я вот хочу быть рядом с ним вот именно для себя. Вот мне с ним хорошо, и поэтому я его готовлю, люблю его. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, когда вот нет вот этой отдачи, то человек приходит к тому мнению, что постепенно, что любовь утратила себя. То есть, мне кажется, должно и присутствовать и то, и другое вместе для более каких-то полноценных отношений. То есть любовь у меня это какое-то вот общение. То есть кто-то кому-то что-то дает, и в то же время забирает, не без этого. Вот. Но вот прежде чем, допустим, вот найти свою вторую половину, какую-то, ну или даже пусть свое какое-то хобби. Хобби это тоже какая-то своеобразная любовь к чему-то. Вот. Мне кажется, в человеке должен быть какой-то стержень определенный. То есть он должен найти самого себя. То есть, вот как мне кажется, Бог посылает другому человеку вторую половину именно тогда, когда человек понимает, что ему чего-то не хватает. Вот. То есть, вот, что такое быть самим собой? Я вот тоже как-то искал вот какую-то, ну, пытался себя изучить, какую-то самореализацию из себя вытащить. Вот. И пришел к такому выводу, что для тебя быть самим собой? Быть тем, кем тебе нравится, тем, кем хочется, тем, кем удобно или тем, кем получается. Ну, то есть там, допустим, странички ВКонтакте, ты тот, кем тебе хочется быть, там на работе, в храме тот, кто надо, там в семье, кто получится, с друзьями тот, кто удобный. Мне кажется, самим собой можно быть в двух положениях, либо в хорошем, либо в плохом, либо утвердиться в том, ну, в плохом состоянии, которым нас изначально, ну, все метли свои вот это реализовать, то есть утвердиться в том плохом состоянии, которое у нас изначально было, или реализовать тот добрый потенциал, который дал себе Бог. У каждого, я думаю, этот потенциал, он, ну, какой-то свой, особый все-таки. То есть, вот если говорить о том, что можно там любить весь мир, мне кажется, это очень большая высота, чтобы вот, ну, полюбить буквально любого человека, вот Бог тебе послал, ты раз вот его полюбил, тоже немало людей встречал, вот. И как-то, ну, это сложно, на мой взгляд. Надо какую-то высоту созреть, я даже не берусь об этом рассуждать. То есть, да, это надо большой труд. Но, с другой стороны, мне кажется, проще найти того человека, которого тебе не хватает. Но для этого нужно как-то начать
бороться, убеждаться в том, что тебе нравится, потому что это действительно легко, вот обрести вот этот путь, стержень, потому что даже если человек, он очень однородный, очень волевой, он везде такой, какой он есть, вот все равно где-то какие-то грехи допускает, он здесь такой, то он здесь тут, он, тут он обманул кого-то, тут сам перед собой слицемерил, вот, и я как-то пришел к такому выводу, что нужно придерживаться какого-то определенного пути, вот такого своего направления, то есть там не искать самого себя, потому что начнешь искать самого себя, это все равно, что гоняться за радугой. Сегодня ты один, завтра ты проснулся, какие-то события произошли, ты уже чуть-чуть другой. То есть человек, он либо падает вниз, либо поднимается вверх, он все время движется, на месте не может стоять. Поэтому процесс самосознания, он же довольно-таки долгий, тяжелый. Я так подумал, что все равно же гоняться за радугой, за миражем, за самим собой. Поэтому проще какого-то направления придерживаться, и когда ты будешь бороться, какой-то стержень в себе вот такой внутренний утверждает, ты поймешь постепенно, чего тебе не хватает, и, скорее всего, встретишь то, что тебе нужно было. Или наоборот, ну, какого-то такого же, как похожего на себя. Ну, то есть у каждого свои потребности. Ну, вот так вот. Ну, или не только это к какому-то человеку относится, это может и к занятию какому-то, и к любовь к монашеству возникает, мне кажется, именно тоже из-за этого. Точка зрения, она, в принципе, основана на... Книжечка есть, я забыл, на букву Ш, по-моему. Как рассказывает Семен, ну, спустя какой-то, после нескольких лет их брака, он говорит, в Ире я вообще не видел того человека, с которым я мог бы там жить. Вот, ну, как бы, это не то, что я искала вообще, ну, по жизни. То есть он был такой достаточно экспрессивный, у него тут какие-то творческие подрывы были, там, режиссировал что-то там где-то. Ира была до прихода в церковь актрисой тоже, но потом как-то вот она настолько изменилась, это настолько вот образ скромный, я не знаю, матушки, наверное, такой очень такой сосредоточенный на внутреннем мире, интровертивный. И Семен с вот этой бурлящей энергией, конечно, ну, наверное, думал о какой-то яркой девушке, такой феноменальной какой-то. И он говорит, с Ирой, вот можно сказать, нас Бог свел. И как говорит, просто любящий священник, ну, наш духовный отец, который нас знал хорошо, он говорит, ну вот, вот с Ирой пообщайся. И говорит, в моем, как бы, в моем подрыве, в моем действии было исключительно послушание. То есть моего желания в этом не было такого сильного, как, ну, подойти к Ирине. Когда, говорит, я к ней подошел, мы стали общаться, мы вдруг обнаружили, что мы вот два одиночества, которые нашли друг друга, ну и понимаем друг друга. То есть, казалось бы, тут вот нет его выбора, ну, отчасти, да, то есть изначально. И вот тоже вот аспект такой важный Божьей воли, да, как бы вот, как Настя говорит, не запутавшись, не заблудиться и не попасть в такой переплет, что ты просто ни сам не будешь доволен, ни Богу не угодишь. Да, я говорю про, не про внешний, а про внутренний переплет. Да, 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 внутренний. Да, я как раз о нем говорю, да, ну, он как бы... такие вещи. Да. Феномен с сущностью. Вот. С другой стороны, ждать можно тоже по-разному, искать можно тоже по-разному. Искать можно активно, можно пассивно искать. То есть можно молиться, можно таким вот образом действовать, другим образом, то есть не внешним, каким-то образом внутренним. То есть в человеке при таком ожидании должна быть готовность все-таки принять Божью волю, да? Каким-то должна быть же, да? Или не должна? Я просто, для меня это проблема просто, вот я тоже, мы вот живем в каждой как бы в своей воле, да, мы делаем то, что мы хотим, да, потому что нас Господь сделал свободными. То же самое касается любви и каких-то бытийных каких-то наших движений в нашей жизни, они ведь подчас только с нашей волей связаны, а Богу это может быть не быть совсем угодно. Вот. То есть в поиске любви надо как бы понять, что тут есть момент Божьей воли. Простите, еще поиск любви еще связан с тем, что с пониманием того, что такое вообще свобода. И рядышком тоже. Ну это да, это уже, наверное, на другой уровень надо выходить про свободу, говоря о любви, да. Ты должен дети. Вот. Но я бы хотела вот сначала сказать, когда вы говорили про две точки зрения свои рассказывали, мне вспомнили слова патриарха Кирилла. Он говорил о том, что любовь матери к ребенку является самым сильным свидетельством любви. Она любит своего ребенка любви, ну, в смысле, нормальная мать, которая нормальная мать. То есть не вот как-то там
лишён материнских чувств и так далее. То есть она любит своего ребенка любым, и больным, и увечным, и красивым. Она его любым любит. И она все готова ради него сделать. Она отдает, то есть вот именно она отдает, она для него делает все, она отдает силы свои. Она дает ему всю себя, она готова, ну, мать, она для ребенка готова сделать все. То есть это вот, как вот патриарх говорит, это самое сильное свидетельство любви. То есть любовь, она, ну, как вот лично мне близка точка зрения, то, что любовь все-таки она отдает. А, конечно, это очень интересно с точки зрения про то, что любовь потребляет. Я как-то, ну, с этих позиций никогда не рассматривала. Это довольно интересное рассуждение. Вот. Что касается вопроса искать любовь или ее ждать, то я считаю, что все-таки нужно, как говорили святые отцы, по-моему, Амвросий Оптинский сказал, нужно вручить себя Богу, и Он сам будет вести тебя. То есть нужно, как сказать, у себя, ну, так скажем, нужно в себе воспитать то, чтобы ты себя мог спокойно Богу доверить. То есть вот, ну, и тогда просто Господь, Он сам ведет, вот, как сказать, Он сам знает лучше, что для нас нужно, что нужно для нашего спасения в первую очередь. Вот, поэтому я считаю, что в данном случае лучше, ну, конечно же, именно воспитывать в себе послушание Божьей воли, так скажем, может быть, не так выразилось, ну, то есть быть готовым принять Его волю, и, ну, естественно, все должно быть сопряжено с молитвой. Без молитвы никак. Вот. И просто я согласна с Настей, что действительно можно просто вот потерять себя вот в этих вот поисках. Поэтому, ну, моя точка зрения такая. Спасибо. Спасибо большое. Меня зовут Аня, я прихожанка храма Спаса Преображения. Я абсолютно согласна со всем, что здесь было произнесено. Но то, что касается поиска, поиска любви как чувства, как действия, его искать не надо. Это ежедневный наш труд, к которому Господь призывает. Это мое, как бы, мнение. А то, что касается, ну, объекта любви, то с кем ты, ну, планируешь создавать брак, мне кажется, здесь необходим некий синтез поиска и принятия Божьей воли. Ни то, ни другое, оно, ну, на мой взгляд, оно не приведет к чему-то такому полноценному. То, что касается поиска, я думаю, что человек здесь, да, возможно, человек способен потерять себя, но мне кажется, что во время поиска человек способен найти себя, понять, что, чего... Именно Он желает, нам Господь дал эту возможность выбрать, поселил нас в это время, когда мы вольны выбирать того человека, с которым создаем семью. И мне кажется, что это, ну, необходимо очень использовать эту возможность и всегда, естественно, с молитвой. И всегда быть готовым к любому повороту событий. То есть, на мой взгляд, в чем поиск заключается? Вот, не знаю, мы пришли сюда, на диалоговый клуб. Мы пришли пообщаться с теми людьми, которые думают чем-то схоже с нами. Это, на мой взгляд, тоже поиск. То есть ты ищешь, какие качества тебя интересуют, да, в человеке, который будет рядом с тобой. Возможно, это и здесь можно найти того самого человека. Возможно, там в храме, возможно... Ну, то есть, на мой взгляд, вот именно нужно сочетать поиск и принятие Божьей воли. Потому что, ну, как бы не ставить себе даже сразу вот там, приглянулся человек, кажется там, что у него более-менее что-то с тобой схожее, там, видишь, что он и православный, видишь там еще какие-то, что вы как люди, там, физиологически очень похожи, там, оба очень активные, или оба наоборот. Спокойные. И вот здесь быть готовым к принятию Божьей воли. Не решать для себя сразу, все, я буду за него замуж, у нас будет трое детей, звать его так. Вот. А вот на этом этапе продолжать общаться и не притягивать сразу человека сюда. Потому что отрывать больно потом.
все мы, наверное, это знаем. Вот. А именно вот до самого-самого брака быть готовым к любому повороту событий. Вот мне кажется, в этом должно проявиться принятие Божьего. А когда вы уже создали брак, уже все, решение принято, здесь ты можешь полностью разворачивать свои возможности любви. Ну вот, да, кстати, то, что касается, еще хотела сказать, вот ты говорил о том, что солнышко, да, внутри, мне кажется, просто люди в браке, они очень близко стоят друг к другу, и поэтому они способны получить друг от друга весь вот этот свет, который излучает каждый из них. А просто все остальные люди, они стоят немножко дальше, они просто ощущают тепло. Вот так. Ну, это мне все интересно. Интересно. Просто к тому, что возникает некоторое такое противоречие. Ну, не противоречие, но как бы уточнение ситуации, что искать все-таки нужно, да? Искать нужно, потому что путь там, как какой-то китайский мудрец, не знаю, как ты сказал, что в 1000 шагов или в 1000 миль начинается с первого шага. Все-таки надо делать, надо искать. Да, но если поддерживать Настю, то все-таки без фанатизма какого-то, да, такого безумного, когда самоцель, да, обязательно найти там в срок, да, в этот месяц, да, все, подниться и все такое. Наверное, я пройду искать, ой, Аня, да? Да? Искать в сфере общих интересов. Ну, там, в любом случае, она не пойдет там. Мне кажется, какой-то тусовка посторонняя, наверное. Это да. Ну, в среде, да. В своей среде, да. Но не отворачиваться все равно. От возможностей. Да, вариантов таких. Вариантов очень разных. В миру тоже может человек найтись, да? Я вот так думаю. Что именно мы все равно живем в миру, мы не в монастыре, как бы не в замкнутом пространстве, что ли, объяснить, а мы именно должны, если тем более он рядом с нами находится, значит, возможно, Богу угодно, чтобы мы пообщались, чтобы мы как-то поняли друг друга, что-то даже для себя в себе открыть, вот, с помощью общения. То есть не сразу сказать, если он молодой человек, а я девушка, значит, это обязательно у нас должны быть какие-то... Тут брак сразу должен. Как-то вот не зацикливать отношения между мужчиной и женщиной как обязательно непосредственно ведущие в брак. Понятно. И что делать теперь? Как тебя отвергать, как-то пока отложить, что я вас потом полюблю. И мне кажется, вот в данный момент как раз и должна вступать вот это вот свойство любви, такое как любовь — это деятельность. Ну, в данном случае у меня, правда, возникло противоречие, которое я хочу тоже вынести на обсуждение, может быть, вы тоже что-нибудь скажете по этому поводу, что если осуществляете деятельность любви, вот вы делаете дела любви, но чувства нет, можно ли это назвать любовью? Как вы думаете? Ну, да. Это, наверное, стремление приобрести любовь через какие-то дела. Но пока не любовь еще? То есть она будет приобретаться? Ну, это какой-то заросток. Зародыш такой, который вот как бы ты идешь по лестнице, поднимаешься, делаешь эти дела, стараешься какой-то вершины достигнуть. Наверное, так. Первые шаги каких-то есть, еще больше бы впереди. Ну вот есть же ответ в Евангелии. Какой? Как это люди с ближним достигнут полноты любви с Богом. Потому что если два человека на друг друга сосредоточены, они друг друга съедят. Вот это огонь, он уничтожит друг друга. Ну, все вот эти романы любви там, классические, они на этом построены. Люди уничтожают, потому что они не способны, ну, что ли, устоять вот в этом состоянии, что ли, любви эффектно. И в конечном счете либо друг друга, пытаясь разогреть это, начинают уничтожать. Ну, либо то, что просто это остывает, в конечном счете. А любовь к Богу – это то, что человек понимает, что не он не может дать другому абсолютное счастье, не тот ему не может дать абсолютное счастье, только абсолютное счастье на Боге. И это ответ для человеческого эгоизма, он может не самый приятный ответ. Мы хотим, чтобы нас любили абсолютно, и думаем, что вот человек для нас должен, ну, другой человек нам должен эту любовь принести. Это невозможно. То есть даже ребенок, он не способен дать такое счастье родителям, потому что он даст счастье, но потом, извините, если мы будем его баловать, он нам такое устроит, что там и за голову схватишься. То есть получается, что только в причастности вот этому идеальному
ну, источник любви и блага, возможно, ну, любить так другого человека, чтобы эта любовь была во благо обоих. Потому что Бог дал людям любовь, ну, мужчина, женщина создал, как им сказано, чтобы друг другу помогали. А помогали в чем? Чтобы они становились счастливыми. То есть вообще-то счастье человеческое, вот задача человеческой жизни, но счастье, человек, природа, она какая-то имеет механизм, вот надо этим механизмом соответствовать. И здесь получается, что здесь работа, ну вот как бы должен был задан вопрос, а зачем нужно работать? Не саму любовь мы разогреваем, мы отсекаем то, что мешает ей. Человек создан благим, Богом он создан благим, и в нас это есть, вот это все прекрасно, но мешает страсти, к примеру. И не любовь мы воспитываем в себе, а страсти в себе отсекаем, а любовь она сама появится на самом деле, потому что Божий, ну, есть такое в человеке именно качество, оно дано, оно природное, а не, оно не надумано. И поэтому, ну, как бы вот возвращаясь к этому рассуждению, получается, что работая, мы работаем над страстями своими. Мы их обрубаем, мы пытаемся их усмирить для того, чтобы то чувство, то солнышко, которое у нас есть, оно светилось, чтобы тучками оно не закрывалось. А это есть, это разная работа. То есть любовь, ну, она есть просто-напросто. Но она не связана всегда с приятным, она связана, я почему говорил именно о приятии, да, о потреблении. Вот. В этом смысле, что получать от другого все, и хорошее, и плохое. То есть вот в этом есть состояние, ну, потребления, как сказал, это принятие. То есть я говорю, слово потребление можно сказать, чтобы конфликт вот этот создать. Это принятие. И принятие бытия самого себя и другого человека таким, какой он есть. А это быть, мы находимся в мире, такой возлежит вообще. Не все так хорошо, ни в нас, ни в окружающих людях, ни в мире. Но если мы будем, как сказать, закрывать глаза, будем уходить от этого, будем искать только своего, ну, мы хуже сделаем себе и другому. Поэтому это вот этот путь, скажем так, что духовный. Терпя, там, заботясь о другом, они получают дар и награду. То есть это не дар, который в современном, ну, сознании, современном как бы... Чай может даже больше или величественный, но у нас система чувств есть чувство там телесное, а есть чувство внутреннее. Ну, мы так переживаем это. Ну, скажем так, что одними чувствами не ограничивается. Это чувственный дар, как иначе. Просто не интеллектуальный. Эмоции человека сопутствуют во всем. Ну, конечно. Просто чувственный, это человек, когда забывает вообще это, мысли, что ли, это он теряет самого себя, личность учит терять, а здесь нет. То есть, наоборот, прояснение происходит. Видно и самого себя, и другого человека. И этого человека чувствует, и видит, и, ну, и мысли его остаются, сознание его работает. Вот. Поэтому мы переживаем. А вот перейти к там, другому составляющему этого чувства очень сложно. То есть поэтому, как бы сказать, вот это поправки я делаю. Это интеллектуальный чувственный комплекс такой. Ну да. Сложный, непростой. Данный как дар за труд. Приятным и неприятным. Потому что любовь не всегда связана с приятными переживаниями, она связана с переживаниями неприятными. Но она связана с тем, что мы не можем по-другому. Потому что есть что-то высшее. Ну, почему в христианстве любовь – это высшее состояние? Потому что это высшее этическое состояние, когда человек живет, чем тот, когда человек умирает, как, чем умереть за ближнего своего. То есть это такое состояние, ну, человека, когда он способен отдать полностью себя. Жертвенно. Да, жертвенно. Но это сознательное чувство, то есть это оно осознанно. А можно еще вопрос задать? Вот та форма как бы любви или отношений, когда, допустим, выдают замуж без какого-то там согласия твоего, то есть вот выдали и все, это вообще как бы к чему отнести? К чуду, к дару? Или это вообще как бы не любовь? Потому что, ну, если человек, ну, девушка, допустим, не хочет там замуж за кого-то, она, получается, всю жизнь проводит в каком-то труде, терпении, смирении. То есть здесь, получается, вообще никаких чувств нет у нее. Ну, к этому человеку. Под конец как раз этот подарок, где любви у нее появится. Я не знаю, есть такое же выражение «стерпится, слезится». Есть, наша психология так устроена, что нам необходимо это. То есть мы не можем, человек не сможет просто существовать, если не сможет полюбить. Он, ну,
что они с собой сделать просто-напросто. То есть это наше устройство психики, и человек, он неизбежно, если, как скажешь, стерпится, слюбится. Ну, неизбежно что-то появится, симпатия, к примеру. Ну, не знаю, либо это просто отречение от себя, ну, это подвиг. То есть это смерть в каком-то смысле. Но с точки зрения христианства мы все призваны к умиранию. То есть с точки зрения христианства даже такая форма человеческой жизни, она даже форма, ну, сада несовместима, нельзя сказать, что она лишает человека возможности там, ну, Бога общения или святости и так далее. Нет. То есть любовь между мужчинами и женщинами в этом смысле, она не является самоцелью. То есть даже не достигнув, не встретив любимого человека, а живя по-христиански, человек вообще-то живет, как он спасается. Ну и так сказано. А что касается ближнего человека, неизвестно. Это не от него зависит. То есть в этом случае он радость какую-то именно в Боге находит, если он партнерирует? Ну, это как неизвестно. Мне покажу, я посещаю диалоговый клуб «Сфера» с прошлого года, то есть с момента его открытия. Хожу я уже второй год, мне здесь очень нравится, поскольку на обозрение выносятся злободневные вопросы, касающиеся взаимоотношений людей в обществе, важных вопросов семьи, брака, также проблемы дружбы, любви и так далее, и также проблемы профессии, то есть как найти молодому человеку себя сейчас в современном мире. Вот, поэтому очень важно знать мнение единомышленников, поскольку сюда ходит православная молодежь Волгограда, и мы делимся мнениями, то есть здесь может разрушиться какие-то стереотипы, здесь получаем много интересного в плане то есть опыта духовного ребят. И поэтому, и также встречи проходят у нас по воскресеньям, то есть, грубо говоря, день воскресный, получается, вот как вот еще в заповеди сказано, день отдать Богу, то есть вначале после службы, затем у нас происходит встреча, то есть весь день наполнен таким доброй атмосферой, единение, вот, и затем потом эти чувства и эти мнения мы аккумулируем в себе и несем, то есть в свои студенческие группы, в коллективы, в которых кто учится, в которых кто работает. Вот, делимся и привлекаем больше людей сюда, то есть сюда еще ходят мои подружки с университета медицинского, вот, и как бы, ну, получается, что у нас все больше и больше, то есть мы узнаем о том, что православные люди, как бы, о том, что человек, допустим, он верующий, но он об этом боится, стесняется сказать. А когда он узнает, что его такой же ровесник, такой же однокурсник, он тоже ходит в храм, и им уже больше, так скажем, точится прикосновение, им более интересно, и они более укрепляются в вере. Вот. И также приходят сюда, то есть здесь еще более укрепляются. Вот, и получается, что как бы нас еще больше становится. Ну и общение, конечно, единение – это одно из важных составляющих в современном мире, чтобы не запутаться, молодому человеку свойственно искать, и поэтому, чтобы не запутаться, чтобы не потерять ориентиры, вот. Важно также общаться с людьми, так сказать, которые имеют там какой-то духовный опыт. В плане дружбы, конечно, то есть, конечно, здесь вообще, то есть моменты, которые рассказываются, рассматриваются вопросы, они весьма злободневные, и поэтому это в любом случае помогает. Даже, казалось бы, там вопросы касательно той же, там, не знаю, профессии, поиска призвания. То есть мы рассматривали, казалось бы, тема ясна, но после обсуждения мы поняли, что есть много, так скажем, того, чего как бы я до этого не знала. И затем становится, как бы уже немножечко можешь смотреть на мир, на немножко через другой, сквозь, через
с другой стороны, вот. То есть сквозь призму уже именно мнение получено здесь. Конечно, мне очень понравилось то, что здесь я увидел. Я недавно хожу, как бы открыл для себя этот клуб совсем недавно. Вообще, со стороны, вот человеку, который не ходил никогда, ему может быть непонятно, что это такое, для чего это нужно, и даже может возникнуть впечатление, что это, наверное, там скучно, вот когда посмотреть там, ну, как на бумаге это написано, вот, диалоговый клуб, вопрос такой-то. И первое впечатление может возникнуть человеку, что он просто вот придет, время потратит и посидит, как говорится, ушами похлопает. На самом деле здесь все построено совершенно по-другому, и находиться здесь действительно интересно. И даже не только с точки зрения, вот, там, человек там, глубоко воцерковленный, он пришел здесь, пообщался в своем кругу каком-то и остался доволен. На самом деле здесь принципы совершенно другие. То есть, во-первых, здесь нет какого-то вот жесткого диктата, лекции, на которые все пришли с конспектами и записывают. Здесь, конечно, модерирование есть, то есть люди, темы задаются, но общение совершенно свободное. Здесь нет каких-то гуру, которые вещают истину, остальные слушают. Люди обсуждают, люди разговаривают, и в том числе и те, кто как бы тему задают, они также на равных общаются с теми, кто здесь присутствует, теми, кто пришел. И что очень важно, люди свободны, вот именно ценно свободное общение, то есть даже важна, в конечном счете оказывается, что важна даже не та тема, которую изначально задали, а именно то, как люди разговаривают, как они как бы раскрывают вот свою душу, свои какие-то восприятия жизни, свои проблемы, вопросы, они начинают это в преломлении вот темы какой-то обсуждать. Становится действительно интересно, потому что это диалог, в конечном счете, между людьми. То есть это не просто вот там обсуждение вот какого-то вопроса строгого тот и до. Это именно общение. Общение, оно всегда интересно, всегда живо. Люди сюда, получается, приходят как бы формально по одному поводу, а потом в результате оказывается, что это намного ярче, намного интереснее, потому что в общении всегда рождаются и интересные темы, интересные ощущения, интересные направления. И ты для себя что-то открываешь и по теме, которая заявлена, и просто общаясь с людьми, зачастую находишь какие-то мысли, которые абсолютно новые, которые ты, может быть, даже и не задумывался, ты думал, что сейчас вот это что-то простое и плоское, а вот оно как многогранно-то оказалось, когда в опыте других людей все отразилось. Очень интересно. Ну, диалоговый клуб «Сфера» создан как бы отчасти исходя из потребности молодых людей общаться и обсуждать какие-то определенные темы, актуальные в молодежной среде и актуальные просто для современных людей. Вот. И в частности, диалоговый клуб реализует такую потребность, как бы удовлетворяет такую потребность именно в общении, в прояснении для себя каких-то определенных христианских истин и христианского усвоения христианского мировоззрения на такие проблемные темы. В частности, вот сегодня обсуждалась тема любви. Любовь как феномен, как понятие и как вызов нормам и ценностям современного общества, христианское понимание любви. Я могу судить потому, что люди приходят, возвращаются, то есть потому, что они вновь и вновь имеют потребность в том, чтобы уяснить какие-то взгляды, мировоззренческие позиции именно в христианском, с позиции христианского мировоззрения, и они возвращаются, приходят в клуб для того, чтобы поучаствовать в нем, что-то привнести свое, и в диалоговой форме обнаружить, ну, не только мнение другого, но и отчасти мнение свое собственное, потому что настолько бывает как бы невнятный взгляд человека, который приходит, и когда кто-то рядом говорит ему, вот это именно так, и он как бы понимает, что действительно, и видит, что есть некий взгляд иной, отличный от его,
который также может открывать что-то ему самому. Вот. И поэтому, ну, основываясь на этом, я могу сказать, что люди приходят, поэтому им это нужно. Значит, это востребовано.